Я снимаю вас. А я сейчас ее уже пользу пробью. Ну, она хоть чуть-чуть очухалась. Ну, она начала есть немножко. И даже появился стул. Да. Да, как жидкий, нормальный. Горошками? Да, горошками. Как положено, горошками ходим. Почему, говорит, корова лепешкой ходит, а казах горошками? Говорит, не знаю, говорит, тут в говне не разбираешься, а жизнь осудишь. Так и это, да. Козочка-то не молоденькая. А, не рожавшая. А? Не рожавшая. Да? Не знаю, или она так плохо себя чувствует. Она много себя плохо чувствует. Очень плохо. Вид-то у нее. Не встает? Она перемещается туда-сюда, ходит. Ну как? Ну ей не комфортно ходить, поэтому, да.